Сегодня мы с вами свидетели уже второго дня традиционного чемпионата мира по казацкому дубу, по украинскому национальному виду боевых искусств. В этом году очень приятно отметить прогресс большой в работе нашей федерации. Это большее количество участников, а самое, что важно, это большее количество стран-участников, большее количество новых международных представителей. На сегодняшний день наш чемпионат собрал 650 участников из 16 стран. Очень приятно, что появились новые представители, представители из Азии, это представители Ирана, представители Ливана, хорошие полноценные команды, представители Сербии, представители Литвы, Австрии. Таким образом, география нашего вида спорта растет, и уже больше и большее количество спортсменов, бойцов во всем мире узнают о нашем украинском национальном виде единоборства, о казацком двубое. В следующем году, в марте месяце, мы будем первый раз проводить Кубок Украины, украинский турнир Кубок молоди Украины в Сумах. То есть это новый для нас регион, новая область. Сумчане хорошее участие принимают. Есть у нас уже мастера спорта международного класса из Сум. И сейчас они уже выступили с инициативой, чтобы было проведено именно у них на их территории. Приехали мы из Рівненської області, представляем Рівненську область. Кількості нас приїхало 9 чоловік. Працюємо в розділах Герц 3, Герц 2, Барня 3, ну, це подорожче. А також я тут в якості судді. Дуже велика кількість учасників. Дякуємо організаторам Всесвітньої федерації «Козацький двобій» за запрошення. Ми маємо великий досвід, що ми можемо попрацювати з всіма країнами, дуже багато. Цього разу приїхало, і якість змагань дуже висока. Я приїхав по приглашенню на чемпіонат міра по казацькій двойбою. Виступав в розділі одна танна. І став трьохкратним чемпіоном міра в трьох розділах. Сам я виходив із Чечні, мені 55 років. С 1975 года, как начал выступать по боксу, до сих пор выступаю и тренируюсь, показываю пример подрастающих поколений и сам еще учусь. Сам являюсь теперь 13-кратным чемпионом мира. После награждения я буду, наверное, 16-кратным чемпионом мира. Я занимался кикбоксингом, ушу, карате и выступлением с оружием. В 1998 году я установил рекорд пел хриму в Чехии, на указательный палец отнимался 37 раз. Это в возрасте 37 лет. Начало карьеры, я выступал за сборную Украины еще в 90-е годы. А тренер у меня был Павел Афанасьевич Орел. Вчерашнее выступление я посвящаю, короче, память Царству Небесному, Орлу Павлу Афанасьевичу.